ВДСТВ сегодня на очень крутом мероприятии, которое называется «Новый русский». Это слет самых модных и самых молодых дизайнеров России. Шоу обещает быть очень жарким, мы все в предвкушении. Через несколько минут начнется показ. Давайте начинать. ВДСТВ с вами. Поехали. Начался, какие ощущения от... Ну, интересно, я жду, в общем, откровений каких-то. Все-таки молодежь, это очень всегда стимул к чему-то новому и неожиданному. Будьте смелыми, не бойтесь рисковать. Потому что кто не рискует, тот не побеждает. Что вдохновляет художников на их шедевры? Художника должна вдохновлять жизнь яркая, активная и, самое главное, не закрываться от этого мира, видеть то, что не видят другие, получать удовольствие от всего-всего-всего, потому что вдохновение – это сами мы. С чем сталкивается молодой дизайнер в России? Проблемы, которые поджидают их? Да проблем, мне кажется, никаких нет. Если ты знаешь, чего ты хочешь, если у тебя есть идеи, которые ты хочешь донести до человека, то ты найдешь способы, чтобы это сделать. Я думаю, лень – это самая главная проблема, которая может быть. Самое главное – не лениться, идти к своей цели, и ты сделаешь все, что хочешь. Расскажи, что вдохновило тебя на эту прекрасную идею? Слушай, ну все со слова началось, как всегда, да? Вот есть такое слово «Путинферштейн». Оно родилось в Германии совсем недавно. Ну, на фоне вот этих всех идеологических перипетий, информационных атак на Россию и так далее. Очень символично, что именно в Европе родилось слово, которое можно перевести как «понимающие Путина», да, а не у нас. Поэтому мы решили за основу взять именно его. Скажи, пожалуйста, сегодня будет присутствовать сам ваш главный дизайнер в вашей коллекции? Сам? Сам. Ну, он не дизайнер, а скорее, ну, один из прообразов, да. Возможно. Есть соучредитель. Слухи. Соучредитель, как говорится. Нет, соучредителя нет. Возможно, есть слухи, что он подъедет. Да.
вас вдохновило на вашу коллекцию? Вдохновила меня картина, которая находится в Третьяковской галерее. Вдохновила она, кстати, примерно год назад. И тогда вот были первые зачатки, и тут как раз-таки через некоторое время появилось объявление о конкурсе. Я решила, что это отличная возможность, и я очень рада, что попала в конкретную номинацию. Номинацию русского стиля. С чем сталкивается молодой дизайнер в России? С какими проблемами? Я, в принципе, не испытала никаких проблем, потому что я смогла выразить то, что я хотела донести. И я увидела реакцию от большого количества людей, что им это тоже понравилось. Бренд Putin First Air. Putin First Air – это немецкий неологизм, который появился недавно в Германии и означает «люди, понимающие Путина». А люди, которые понимают Путина, значит, люди, которые понимают Россию. И, наверное, чем вдохновлена моя коллекция, да? Вы вернетесь, нет, или я сама продолжу? Итак, моя коллекция вдохновлена обращением Владимира Владимировича к Федеральному собранию. И в моих принтах основные тезисы с этого собрания. Прямо сейчас на моей футболочке вы видите все, что происходило в России за последний год, все, что будет происходить, все основные события, планы, то есть тут есть и Украина, и санкции, и взгляды на будущее развитие России и так далее. Продолжаем гулять по бэкстейджу этого классного мероприятия. С нами Игорь, модель коллекции Black Star Wear. Я не модель, я менеджер маркетинга компании Black Star Wear. Вот, мы как раз организовывали здесь весь показ. Что ждать от Black Star Wear? А Black Star Inc., Black Star Wear ждать только большие высоты, мы большие масштабы и также новую коллекцию, новую музыку. Как-то вы так все, как ты говорите, в стиле рэпа практически. Мы подложим минусок на твою аудио слова, и получится крутой трек из этого. Да, вы можете под мою капу наложить бит какой-нибудь, и все будет круто звучать. Давай попробуем. Я буду небольшой бит делать, и ты будешь, говорить что-то. Расскажи о новых тенденциях моды вообще. А модная тенденция нашего времени. Мы представляем Black Star Wear. Это наш лейбл. Наша линия одежды покоряет все вершины. По-любому все знают наше имя. Ну, вот так вот. Yeah. Какие ощущения? Ну, вообще здорово, на самом деле, что вот так пришли русские, показ русские дизайнеры, вообще это очень интересно. Что вы скажете? Мне очень нравится то, что наконец-то показывают именно русский стиль, именно наши узоры, дизайн, вообще гордитесь, здорово. Россия, матушка, которая выходит. Вот это было вообще очень показ. Интересно. Здорово, что у нас тоже есть собственные линии одежды и дизайнеры. Дизайнерам дают шанс. Я не все увидел, к сожалению, потому что было очень мало времени, успел в самом начале и вот пришел буквально недавно. Но я могу отметить, вот мужская коллекция, мы уже обменялись впечатлениями. И дизайнер была очень интересная с какими-то кокошниками. Да, это отражает очень вот нашу русскую культуру. И в то же время новое решение, новое видение. Я бы с удовольствием сотрудничал, но, к сожалению, не знаю, как зовут дизайнера. А что запомнилось больше всего? Запомнилась, само собой, мужская коллекция, которую представил питерский дизайнер. Тоже номинальная память плохая. И у него самые вещи были носибельные, то есть он уклон... Практичные? Да, практичные, предапарте было. Ну, это был, само собой, под эгидой «Победа». Вот по этой теме была сделана одежда, но одежда была, на самом деле, практичная. Друзья, ну вот и закончился показ, который дал нам понять о том, что у российской фэшн-индустрии есть будущее. Будущее прекрасное. Все дизайнеры были молодцы. На самом деле, вы все видели. Уверен, что каждому из вас понравится. Что вам сказать? ВДС ТВ всегда на страже самых ярких, самых красивых и самых светских мероприятий нашей любимой столицы. Будьте с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь ниже по этой ссылке. Всем пока. До новых встреч.